Друзья, итак, мы вновь продолжаем. На сей раз это уже будет 5 глава. Конечно, события разворачиваются довольно-таки стремительно. И, в принципе, вот-вот была завязка. Кстати, нам дали дополнительные какие-то очки для того, чтобы могли потратить в Uplay. Я, скорее всего, возьму набор оружия. Катаны это будут. Ну, потом вам покажу в одной из серий. 100%. Воспоминание разделено. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Вирус перекрыл доступ к полным воспоминаниям. Все перемешалось. В колониях скоро начнется 7-летняя война. Все внимание на ассасинов. Сделаем, что сможем. Верно? Поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайл и Коннор умерли. Да. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Справляется с потерей. Как и все. Куна, судя по всему. Сейчас разнесем его в щепки. Ой-ой-ой, чтобы своего не задеть, самое главное. Потом уже отправимся на очередное задание, но здесь нам плыть, между прочим, довольно-таки много. Я даже не знаю, чем я вас займусь это время. Но как-то не было, нам придется это сделать. Ох, он еще и бочки метает. Мы его потопим. Я думаю, да, этот зал будет последним. Ну, или предпоследним. Я знаю. Абордаж. Сколько времени прошло? Да, зачем нам абордаж? Давайте лучше вот с этим разберемся, ребятами. А вот не знаю, что за шкатулки. Они да, будет хорошо. Просто неописуемо. Кстати, они довольно-таки неправильные маневры творяют. И еще раз отгибают борт. Осталось лишь их только добить. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Ахиллес сказал, что с артефактами можно попасть в места силы. О чем это? Какой-то форт? Не понимаешь. Я много говорил об этом с Адамами. Он думает, что шкатулка может, ну, показывать слова и образы. Как волшебный фонарь? О чем ты? Ну, знаешь, такая штука. Отец Коннелли показывал нам в церковном подвале. Ящик, внутри него свечка. Впереди стеклянные пластинки. А на стене появляются изображения. Римский собор. Совсем как настоящий. А, да. Наверное, похоже. Только еще переводят слова из манускрипта. Представь, что на пластинках латынь, а мы видим перевод. Как такое возможно? Кто знает. Боюсь, мы никогда не поймем, как работают частицы и дамы. Ну вот, практически мы и приплыли, друзья. Зависит от понятия красоты. Красавица с Корфу и красавица из Осло разные, как день и ночь. Вот такие фразы и создают репутацию. Да, спасибо. А я бы сказал, в Гаване. Да, там целый брик. Там я не рискну, пожалуй. И самое главное, они не боятся их показывать. Но не думай, что я хочу обидеть наших дам. Почти на месте, капитан. Охотник ждет нас. И шевалье. Невелика плата за то, чтобы найти шкатулку предтечи. Просто громадина по сравнению с нами. Так, мы к маяку сейчас быстренько двинемся. И похоже, нас там ждет очередное задание. Блин, конечно, остров здесь прям насыщенный.
всем, чем только можно. Ух, как это здорово было. Так, ну кто у нас тут? Опять... А, это наш... Наш учитель. Наш... А, нужно еще корабль улучшить. Так, ну... Что ж, давайте это сделаем тогда. Раз надо, так надо. Блин, там можно разбиться. Оу. Ну, кто говорил, что я везучий человек? Я такого не говорил. Вот думал, что чуть-чуть, и мы попадем в нужное место. Ну, в принципе, я ничего не потерял. Что ж говорить, потому что... Мы оказались там, где нам нужно было оказаться. Так, ну что? Что нам предлагают улучшить? Так, ну, наверное, продадим. У нас, в принципе-то, не особо и много. Камень. Реконструкция здания. Может быть, здесь какой-то есть такой небольшой менеджмент. Я не знаю. Но нам, в принципе, это не столь важно. Нам важно купить. Так, а почему я сразу это не сделал? Так, 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 так. Купить. Блин, может быть, мы не сюда зашли? Нам нужно тогда, получается, в каюту капитана было идти. По всей видимости. Ладно, давайте тогда туда и направимся. Раз так. Просто я уже, конечно, вот все такие тонкости подзабыл. В принципе. Вот. Сейчас посмотрим. Но, по-моему, это... Мы же вначале делали это, но не в каюте капитана, 100%. А где-то в другом месте. Так, ну вот. Вот-вот-вот у нас. Снарядить корабль. Так, ядрить, колотить. Да у нас ничего здесь нет, что могли бы мы, собственно говоря, улучшить. Нам нужно, в принципе-то, пофармить. Можем только гарпун улучшить, но не более. Ух, даже не знаю, как нам поступить. Давайте отправиться туда без всяческих улучшений. Ну, что делать-то? Ничего не поделаешь. Будем на скеле и опыте тащить, как говорится. Блин, и вновь нам придется возвращаться туда. Может быть, не всем этого хотелось, но тем не менее. Что уж поделать. Ну, ради того, как он здесь карабкается, я думаю, стоило это посмотреть. Итак, давайте начинать. Шевалье! Что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил 3 корабля ко дну, но... Кречи чуть не последовал за ним. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Сэмюэль Смит рыщет повсюду в поисках ответа. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь. Сможете найти его здесь. А, кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада, но в 2 раза быстрее. Я восхищен. Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. Крутая штука, типа такого пулемета, но стреляет он маленькими ядрами. Ружье Пакла. Так, ну что, в принципе, все понятно. Давайте, друзья, тогда капитан? Отправляться. Что ж, вперед, господа. А ты в приподнятом настроении.
А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриган теперь есть таран ледорез. Я слышал о таком устройстве, но никогда... Отлично, мы нашли ее. Вот он! Идеальное время. Леди Удача снова на вашей стороне. Он заметил. Погоню! Не стреляйте. Мы можем повредить шкатулку или утопить ее. Эта лохань может плыть быстрее. Мой корабль... Так, эта зараза уходит. Черт, я что-то даже поздно обратил на это внимание. Сэмюэль Смит, казначей тамплиер. Собака такая. Не представляю, что он здесь делает. Блин, неужели будет синхронизация? Или нарвался на пиратов? Он чинит корабль. Классная вещь. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал. Этот негодяй прям удирает, и, по-моему, вариант догнать его вообще никакого нет. Смита, так ведь? Нет, догоняем. Его. Догоняем, Вашингтон я был не прав. Проверил ему шкатулку предтечь. Он там почему-то она остановился. Чай прав. Сначала шкатулку. Он... Так, топить нельзя. Или попасть на корабль. Понять. Или прижать к берегу. Так, что, будем долбить его? Прорубает лёд. Это тебе не игра. Так топить нельзя, эту заразу. Не только у тебя есть таран-ледорез, Шейн. Хоть бы наш сработал не хуже. Зал! Нельзя упустить шкатулку предтечь. Понятно, почему он здесь остановился, потому что лёд его, конечно, конкретно задержал. Какие интересные еще секреты победу, и пока еще рано. Испытания принесет нам Атлантика? Будет ли здесь какое-нибудь гигантское чудовище? Вот это вопрос интересный. Оу-е, вот это, кстати, смотрите, как неплохо. Эта зараза пытается нас завалить. Так, давайте с ружья. Потопим еще и канонерочки, почему бы нет. Они просто рассыпаются. Так, стоять. Найс. Так. Давайте, давайте, давайте. Ух. Еще один корабль, кстати. А, я совсем не смотрю на наши задачи. Ладно, сейчас перекидаемся. И давай. Ой-ой-ой, хорошо. Так, опять ружьем добавим по парусам. И навес. На дальней дистанции мы его сейчас порвем. Пока он там будет думать, как ему повернуться, он уже придет к нам трупом. Так, держим, 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 правильно. Борт, самое главное, для выстрела, уже сейчас будем его ловить на выходе. Он опять начинает крутиться, но я не поплыву, мне просто не то чтобы влом, но это будет, я считаю, стратегическая ошибка. Просто я не знаю, что ждет нас впереди, поэтому буду экономить корпус, как ни крути, он нам пригодится. Ну, я думаю, последний навес. Или предпоследний. Последний. Ну и все. Ну, конечно, он сам себя загнал в ловушку. Тут спора нет. Потому что очень нелепо зайти прям в лед и зажать себя. Так только идиоты обычно делают. Кстати, можно, в принципе, давать, друзья, наверное, сейчас развернемся, да возьмем его на бордаж, потому что, я думаю, нам, во-первых, и
Что у меня, во-первых, есть? Ну, провиант любой нам не помешает, чтобы там не было. Ну, металл 45, это вообще милое дело. Так, а чё? Что? What the fuck? What the fuck? Что это такое? Так, давайте бардаш. Что вообще происходит? Я не совсем понимаю, но... Используем. Черт, я ни хрена не вижу. Так, так, так. Блин. Как отменить абордаж? Черт, что за дерьмо? Вот, вот я же не говорю, что я везучий человек. Это прикол. Некуда за штурвал. Давайте прекращать абордаж. Потому что... Блин! Топим это дерьмо. И уходим, потому что... Ну, мне неприятности не нужны, честно говоря. Вы понимаете. Эта зараза, кстати, далеко довольно-таки ушла от нас. Ой, самая, наверное, нелепая серия, которую я снимаю. Обычно я такого не, допускаю. Что ж там? Что ж поделаешь? Возможно, не профессионально, но тем не менее, все спонтанно происходит. Никакой фальши, абсолютно. И эту заразу мы практически поймали. Может, все же свернем на юг к сладкому индийскому бризу? Впереди! Там он что-то поджег, какое-то масло, это по всей видимости. Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже сам океан. Интересно, да. Гляди, удивительно, я бы сказал. Попытка выиграть. Нам нужно ему мастерски это дело все обогнуть. Самое главное, что ветер нас прям на... Да, прям на самый огонь толкает. Но мы сейчас постараемся. Буквально задеваешь чуть-чуть. А теперь газку, 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 газку. Ох, 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 ох. Моя посудина. Все, сейчас будем пришвартовываться. Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Так, он на берегу, да? Сделаем. Если мне не будут разные болванчики мешать, то будет, друзья, сделано. Так, вообще у нас швартовка как там? Алло, команда. Неужели вы... Ой, жесть. Самая нелепая серия. Так, ну давайте, ладно, если уж... Блин, что за жесть. Давайте причаливать. Много туплю. Ну, да не только я туплю. Сам Шей тупит. И вообще, механика все тупит. Тут прям вода как на Карибах. Я вот заметил. Самое хреновое, что... Ой, жесть. Ой, жесть. Да давай уже на землю. Сколько можно. Так, пожалуй, того. Там здоровяк, кстати, есть. О, фак, ну... Почему же так? Так, мы можем, в принципе, здесь поскользнуть. Шенбяо, у нас даже Шенбяо есть. Вот видите, как здорово. Так, а Смит у нас вообще где-то в другом месте, да? Так, пожалуй, я не рискну. Мы этого просто-напросто
Братство использует тебя! Ну, вот и отлично, друзья. Не может быть! Нет! Ты хоть знаешь, что это? Древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Осталось найти манускрипт, и все станет ясно. Ну что ж, задачу мы выполнили. 100% синхронизация. Маленькая победа. Давайте поставим за нелепость, опять же, 5. И, как обычно, друзья, увидимся в следующем эпизоде. Я стараюсь упускать вот каждое воспоминание как отдельную серию. В принципе, я думаю, более-менее неплохо получается для начала. И... как обычно, вы знаете, где меня искать. Всем всего хорошего. Всем пока. С вами был Итан.